Всегда красивой женщина бывает. Праздничный концерт с таким поэтичным названием в Центральном дворце культуры организовали депутаты городского округа Вячеслав Артемов и Андрей Якубов. Насыщенная танцевальными и вокальными номерами программа, профессиональные коллективы исполнителей, свободных мест не было, сидели на приставных стульях. Все пришли за хорошим настроением и получили желаемое. Мне хочется поздравить всех моих избирателей и жителей с этим праздником. Мы в этот раз пригласили 500 наших жителей, потому что больше зал не вмещает. Мы могли бы больше пригласить. Еще раз хотелось бы всех женщин поздравить с Международным женским днем 8 марта. Всем пожелать крепкого здоровья, счастья и всего-всего самого наилучшего. Для ветеранов труда, пенсионеров, многодетных мам выступили коллектив спортивно-бального танца «Селена», казачий ансамбль «Кладезь», фольклорный ансамбль «Яблонька» и образцовый театр танца «Движение света». Певцы Влад Васильев и Любовь Королева. Депутатской традиции приглашать 8 марта женщин на концерт вот уже 7-й год, и с каждым разом благодарных откликов только прибавляется. Приглашаем всегда наших милых мам, всеми любимых бабушек и, ну, и младшего поколения. И нам очень приятно всегда собирать полный зал и по мере возможности дарить подарки, и чтобы женщины наши чаще улыбались на улице. В концертной программе и задушевные романсы, и проверенные годами хиты «Синяя вечность», «Очарована», «Околдована», «Я люблю тебя до слез». С любовью и уважением к прекрасным женщинам. Как только завершился праздничный концерт, наполненный яркими номерами, депутаты вручили более 500 наборов женщинам, необходимые для приготовления чая и полезных блюд. Концерт великолепный. То есть у нас такие таланты в Щелкове, что просто надо их двигать дальше в Москву. Я считаю так. Особенно танцевальный ансамбль, который танцевали девушки, испанский танец. Да, да, такие песни, прям вот такое настроение сразу все. Спасибо. Отличные народные коллективы. Молодцы. Спасибо большое и за все. И подарки. И подарки тоже приятно. Тем, кто не смог прийти на концерт, подарки и поздравления депутаты доставят на дом. Внимание к женщинам одним днем не ограничивается. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.